Ну вот, немножечко навела порядочек. Конечно, еще не до конца. Только в этом проеме почистила траву, посадила флоксы шаловидные и тимьян там, вот, чтобы оно зарастало. А вот траву всю я про... Ой, дорожки я полила уксусом. И вот они мне уже пожелтели. Еще один день-два они дожелтеют до конца. Вот, и я здесь их просто аккуратненько все сниму. И они мне будут чистенькие. Вот у меня уже пионы цветут. Ирисы у меня уже более-менее. Чуть травку покосили. Вот здесь ирисы красавцы. Сейчас уже вечер. Вот здесь еще, конечно, с той стороны я не чистила, с обратной. Только почистила вот здесь всю траву. Все заросли. Посадила гейхерочки. Пруд, не смотрите пока, он еще весь в тополином пухе и грязный, потому что косили траву. Будем потом чистить. Вот насажала гейхеры. Гейхерочки, хосточки у меня там. Там ирисы сибирские, мои цапельки. Тут у меня лилейнички. Фигурки еще не расставляла. А вот здесь посадила. Здесь у меня такая ива. Ива такая, она красивая такая. Вот вьющаяся. А здесь посадила мшанку. А вот здесь я не стала убирать. Вот не знаю, что это за цветок. Сейчас вот, наверное, с этой стороны покажу. Вот он, комары кусают, цветет вот наподобие дикого лука, вот декоративного. Вот эти цветочки, они потом распускаются красиво. И желтенькие листики у них какие-то вот такие махровые, что ли. Такие вот. Не знаю, получится ли сфокусировать. Что за цветок? Не знаю. Но может, это и сорняк какой-то. Но мне вот он понравился. Я решила пока оставить. Пока я в интернете искала, 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 не нашла. Это у меня тут отчиток. Отчиток или как там. Здесь у меня еще лилии есть. Ну вот пока... Чуть-чуть мы уже навели порядок за 3 дня, сколько смогли. Но еще впереди у нас 3, почти 2,5 месяца. Так что все приведем в порядок.